После 1 марта коррективы могут какие-то быть внесены только по уважительной причине. И это решение уже будет принимать Государственная экзаменационная комиссия при Департаменте образования Вологодской области. И, как правило, таких случаев бывает очень немного, когда идут на встречу, учитывая действительно какие-то серьезные моменты. Ну, например, вдруг неожиданно изменился перечень вступительных испытаний в ВУЗ или в СУЗ, хотя этого быть не должно, потому что ВУЗы перечень предметов выставляют до 1 февраля.